утро начинается не с кофе. Проверка связи. Всем привет. Зашел только что в Германию. И перед тем, как зайти в Германию, был остановлен на контроле в Польше. На двойке, на 6-м километре, там, где Орлен. Я, в принципе, даже сейчас не спрашивал, можно снять, нельзя снять. Просто, когда помню, с отцом в рейсе был, снимал, как он работает. Его тоже снял контроль. Я тогда спрашивал, можно ли снять. Сказали, машины можешь снять, а все остальное нет. В этот раз даже не стал спрашивать. Просто дал им документы, которые они попросили. Также проверили у меня все освещение. Ну и так как у меня не так давно был контроль, правда в Познане, у меня был протокол после того контроля. Вместе с документами как бы дал еще им протокол контроля. Ну, в общем, они чип мы не проверяли. Хотя свой чип в Таху вставили, Таху проверили. Отпустили безнаказанно, штрафов никаких не заплатил. Единственная интересная такая штука, что обычно они какой-то протокол дают, а тут, хотя не скажу, что у меня часто контроли были, но были. Обычно протокол какой-то давали, а тут просто на распечатке он написал там что-то, штамп поставил и все. Ну, надеюсь, что это и будет как протоколом в случае следующего контроля, который вдруг будет, никто не застрахован. И как-то в последнее время часто я стал попадаться на контроль, а наши другие машины тоже уже по несколько раз остановились на контроле. Это за очень короткий промежуток времени. Работая в другой большой латвийской компании, я не знаю, там за годы работы, может быть, 2-3 раза был на контроле. Два в Литве, один в Норвегии. И все. Это за годы, а здесь. И реально как-то это все активизировалось, считай, с августа. С августа как-то у нас контроли, ну, каждый месяц. Там одна-две машины по-любому останавливают. А сейчас я иду по стандарту на Бельгию. Встретились вот с соседом, из Каунаса с ним идем вместе. Он, правда, ехал со стороны Даугавпилса, он где-то там грузился торфом. Он на щиповозе работает. Но от Каунаса до Берлина, в общем, мы идем вместе. Вместе заехали на мойку, помылись. И договорились, что сейчас там на паркинге, на Берлин-ринге, на последней заправке, которая будет у нас двоих по пути, перед тем, как разойтись, снимем такой небольшой обзорчик. Он работает на новой Вольве. Ну, она уже не совсем новая, год ей или полтора. Но, в смысле, рестайлинговая кабина. Фары там другие уже, панель приборов другая. Вот интересно посмотреть, что там такого особенного в той Вольве. В такой комплектации, как у него, я не работал. И тут какой-то дисплей другой стоит, здесь уже все в айфонах и в айпадах. Что посмотрим, что там. Может, будет интересно. И у него какой-то прицеп еще, щиповоз, облегченный, что он, в общем, может более тяжелые грузы таскать. В основном он возит сыпучие грузы. В общем, на такой интересной сцепке работает. Ну, а с вас там лайк, комментарий. Ну, и начинаем ролик. Погнали! Ну что, вот и сосед мой, Эдгар. Всем привет! Встретились с Пашей наконец-то в Польше, въехали вместе в Германию. Мы не в Польше встретились. Ну, так, ладно. Встретились в Литве, чтобы уже быть честными. Встретились в Литве, прошли вчера Литву, Польшу. Сегодня заскочили вместе в Германию, но вот, к сожалению, после этой паузы у нас дорожки расходятся. Паша пойдет на двоечку, я на девяточку. То есть я на контроль залетел? Ну, чуть-чуть, я поехал заправляться, да, то есть мне, можно сказать, повезло. Сейчас тут на ринге, на берлинском тоже был контроль. Тебя там хотели снять. Меня как бы сняли, я заехал на паркинг, но получилась такая смешная ситуация, что заезжая на паркинг, мне контролер сказал, махнул, жестом показал, чтобы я ехал дальше, я поехал дальше. И так и выехал с паркинга, никто со мной не погнался, я не знаю, впервые у меня такое, ну, может быть... Там, может, где-то полетели тебя, там еще... Не, я ехал спокойненько, не нарушая, тут еще после контроля километров 5 проехал, все хорошо, так что будем надеяться, что будет все отлично. Давай там свою технику показывай, специфическую. Ну, ничего такого особенного, скажем так, в этой технике нету. Volvo 21 года, уже на новых фарах, 460-й iSafe, и также самым комплектом идет к этой машине Knappen 21 года, так называемый Walking Floor
или в простонародье его называют чиповоз. У Паши были обзоры на данные прицепы в каких-то предыдущих роликах, может быть, год назад, кто следит, тот помнит, как эта вся техника работала, там все показывали, снимали. То есть тягач, соответственно, оборудован гидравликой, за счет гидравлики двигаются полы. Также самое не исключено, что можно возить и палетные грузы, без проблем их можно грузить также без рохли. Погрузчик может ставить на край прицепа поддоны, и пультом с помощью гидравлики эти поддоны я могу двигать вперед-назад. То есть, скажем так, техника для ленивых, наверное, скажем так. То есть, для тебя, короче, да? Ну, скажем так, на шторку уже как-то больше желания нету идти работать, хотя, в принципе, зарядка иногда это необходимо, какие-то ремни покрепить. Особенность данной конкретной сцепки, что она идет в облегченном варианте. Цепь. И голова, и прицеп, да, идет в облегченном варианте. Тягач, что прицеп оснащены алюминиевыми дисками. Один лист рессоры на тягаче. Если брать по салону, то у меня даже, скажем, находится только одно спальное место для шофера. Второй спальник отсутствует. То есть это, видимо, тоже какой-то вес мы убрали с этого. И дает возможность брать сыпучий груз уже, скажем, на 1,5 тонны больше, чем мои коллеги берут на машинах, скажем так, не облегченных. Ты вписываешься в нормативы, да, по весу, но грузишь на то. Безусловно, да, если мои коллеги, скажем, плюс-минус на такой же сцепке могут взять максимум в районе 23 тонн, плюс-минус, если там на пустых баках, я могу взять до 25 тонн, не нарушая. Ну, я, естественно, по компьютеру только смотрю, чтобы не было превышения по осям. В зимний период мне не так страшно ездить по, скажем так, прибалтийским дорогам, когда там где-то не успели посыпать, как вот мы... Такие пару кусочков мы с Пашей поймали неприятных. Я всегда тяжелый. Из особенностей все, наверное. То есть, в принципе, эргономика, она осталась все как и было на предыдущих Volvo, да. Добавился только вот данный планшет. Так как я гружу, как я уже говорил, что перевозим в основном это сыпучие грузы, мне необходимо контролировать полностью вес, чтобы не было нарушений, не было проблем. Из данных плюшечек, да, что добавилось в эту Volvo, в комплектацию, да, опять же, она не полная здесь, она далеко не полная, но очень удобно, что добавилась камера мертвой зоны, то есть при включении правого поворотника у меня на дисплее загорается вся картинка, то, что снимает камера. Камера установлена внизу правого зеркала. Даже когда я еду, ну, чаще всего это город, пробки, в той же Варшаве, я могу отдельно включить так же самую эту камеру мертвой зоны и буду наблюдать, соответственно, чтобы ко мне никто не подлез спереди. Здесь сделан уже дисплей, полностью монитор спидометра, здесь также весы, навигация, ну и в принципе он уже идет как это правильно, цифровой, не цифровой, как я там не знаю, айфоновый, андроидовский скорее. После первого обслуживания, когда обновили какие-то датчики, появился небольшой глюк с теми же весами, то есть, например, при загрузке я каждый раз перед тем, как грузиться, калибрую полностью автомобиль, чтобы у меня тележка показывала по нулям, чтобы я видел фактический вес загрузки. На следующие сутки, я не знаю почему, что это за проблема, и проблема не только у меня, у коллег такая же проблема, многие об этом мне тоже говорили, что на следующие сутки, когда я просто хочу проверить, скажем так, фактический вес, у меня прибавляется почему-то 5 тонн. Обращались на Volvo, пытались еще раз обновить какие-то блоки, но ничего не получилось. Ну, буду ждать уже следующего обслуживания, возможно, они эту проблему смогут устранить. Из такого, в принципе, все нормально, все работает, все хорошо. По электронике пока, слава богу, никаких проблем нету. Хотелось бы, да, еще, наверное, плюсом отметить эту переднюю оптику. Она полностью ледовская. Я почувствовал на данном автомобиле в ночное время суток, что езда стала более комфортней. Не так сильно бьет по глазам. После желтых фар, до этого была Scania на желтых фарах. Ехать ночью уже как бы плюс-минус в кайф, можно сказать. То есть освещение полностью как, я не знаю, как ездишь днем, да. Конечно, хотелось бы, возможно, и какие-то верхние огни в дальнейшем поставить, если будет такая возможность. Дальний свет имеет функцию адаптации, да. Соответственно, если едет встречный автомобиль, то данный дальний свет, он уже будет по секторам играться и убирать данный сектор дальнего света. То есть у меня не будет полностью пропадать дальний свет, да, но я также не буду слепить встречное авто. Но я думаю, что все те, кто ребята катаются на таких машинах, обзоры уже там, их куча снята, машина-то уже не новая, ей уже пару лет. Это просто так топом, как бы хотелось добавить к этому автомобилю. Это не обзор, это просто факт. Хотелось бы передать привет в первую очередь своей семье, своей любимой жене и всем коллегам, кого знаю, кого не знаю. Всем коллегам большой-большой привет, всем удачи, удачи на дорогах, поменьше нам контролей, побольше мест в елочку, чтобы все у нас было тип-топ. Всем удачи, всем пока.